Всем привет, с вами снова Микс, и это мой седьмая часть туториалов по Майнкрафт версии 1.1. В этой версии эту часть я хотел посвятить пушкам, динамитным пушкам. Так вы уже заметили, я построил небольшое отличительное строение. Поставьте лайк ему и сделал тут небольшой грибной биом. Коровы находят. Кто не знает, как сделать такие вот большие грибы, но я думаю, уже все знают. Мы берем обычные два гриба, любых, разницы нету. Берем костную муку. Ну, нам нужна еще земля, ну или мицелий. И ставим землю или мицелий. Берем гриб, допустим, обычный. Коричневый и костной мукой правой кнопкой. Получается вот такой большой коричневый гриб. А если хотите сделать такой красный мухомор, то берете мухомор и костной мукой правой кнопкой. Вот так. Кто не знает, как делать костную муку, то я сейчас покажу. Нужна кость. Даже верстак не нужен. Мне нужно открыть его. Берем верстак, можем в верстаке. Кладем кость. Получается 3 костной муки. И правой кнопкой щелкаем. И, в общем, делаем эти грибы. Так вот, серия посвящена не грибному биому, а пушкам. Динамитным пушкам. Пушкам из ТНТ. Это самая обычная пушка. Она стреляет динамитом. Кстати, еще хочу сказать, что в разные стороны света, то есть их всего тут вот 1, 0, 3 и 2. Всего 4 стороны, да, тут. Пушки по-разному стреляют. Но вообще пушки стреляют рандомно, то есть случайно. Они всегда редко попадают в одно место. Ну, продемонстрирую ее. Вот, взорвалась она, то есть, как ее заряжать, ее надо динамитом, сейчас я покажу, динамит, мы берем, ставим его сюда и закрываем все, кроме самого последнего того блока динамитом, нажимаем и стреляем. Сейчас я покажу, как же ее сделать. Вот здесь я сделал немножко по-другому. Вообще она в оригинале выглядит вот так. Вот, то есть сюда вы ставите динамит, вот так она выглядит в оригинале. Но у меня не получается так, поэтому я сделал по-своему. Я сделал вот так. Я не знаю, почему мне не получается. Сейчас все установим. Ну вот так вот я сделал. Сейчас я покажу, как же ее сделать. Давайте вот сюда. Ладно, давайте в ту сторону пойдем, а то я боюсь, что взорвать тут. Ну вот, давайте туда. Так, как же ее сделать? Сделать ее очень просто. Ставим блоки. То есть сколько блоков, это тут. Это не имеет значения, но я обычно делаю всем, как течет вода. Обычно я делаю вот. Вот так я делаю. Потом берем каменную плиту. Каменную плиту. Здесь мы закрываем вот так один блок. Здесь ставим. Здесь в эту сторону проводим просто этот. Красную пыль, редстоун, вот до предпоследнего блока, то сюда уже не ставим. А с этой стороны мы, здесь кнопка, ставим вот так. И поскольку у меня не получается, стандартно, то я делаю еще так. Здесь поставим задержку.
на последний. То есть задержка, ну, это по вашему усмотрению, но 3 по максимуму это нормально. Заряжаем. Все, кроме последней, довольно. Эта конструкция не взорвалась. Ставим на последок 2 единиц, нажимаем и смотрим. Все работает превосходно. Давайте еще раз попробуем. Ну все, надеюсь, вы поняли, как она строится. Строится она очень просто. Вот 9 блоков, 9 на 3. Ну, я построю. Ну, тут плюс еще 2 блока. Ну, это я так построю. Здесь какой-нибудь полублок нужно поставить. Ну так, переходим к следующим пушкам. Теперь пушка, которая стреляет игроком. Сейчас мы находимся на... Вот, ну, вот так она выглядит. Вот так она выглядит. Мы сейчас находимся на 63. И вот так становимся. И 85. То есть давайте. Я что-то не показал сейчас. Вот, давайте, смотрим. Y63. Это мы сейчас находимся тут. Смотрим. 84, ну 84, вот, я здесь поставил золотой блок, 85, ну 84, можно долететь. Теперь я покажу, как она строится. Строится она очень просто. Вы роете яму, такой крестом. Здесь у меня вода, поэтому сейчас все делаю. Ну, в общем, вы роете яму крестом. Вот такую. В центр наливаете воду. По бокам, кроме центра, расставляете динамит. И вот так вот динамит со всех сторон обкладываем редстоуном. Такой как бы узор получается. Ну и здесь ставим кнопку. Ну, можно наверху, разницы нету. Сейчас, момент. Так, ну, становимся. Нажимаем на кнопку и летим. Ну, устроиться, думаю, ничего тяжелого в этом нет. Так, теперь я покажу пушку, наверное, самую прикольную. Хотя вот это тоже мне очень нравится. Эта пушка стреляет песком. Да-да. Это очень прикольно. Сейчас я возьму песок. Ну или гравием, разницы нет. Сыпучими этими блоками. Ну, тут все то же самое, кроме того, что здесь на конце стоит не стол, след, ну, не половинчатый блок, а поршень. И к нему идет 7 Юпитеров на последней задержке. Тут разницы нету, какая длина, ширина, ну, то есть длины разницы нету, ничего тут нет. Самое главное, чтобы было 7 репитеров на последней задержке. Ну вот, и поршень. Мы на поршень ставим обычный поршень, и мы ставим на него песок. Здесь мы закладываем все динамитом. Ну, вот тут один блок воды. Нажимаем. И стреляем. Вот видите, тут примерно одинаково оно выходит. Тут, в общем, песок стреляет где-то от 50 и выше. Ну, я так примерно посчитал. Опять же говорю, в разные стороны. Вот 1, 0, 3 и 2. Она немножко стреляет по-разному. Хотя, вот видите, вот в эту сторону она стреляет... Точнее, она. Она стреляет очень хорошо. Прям блок в блок. Так, давайте посмотрим в другую сторону. Как же вообще она работает? Она работает, как и первая пушка. То есть сначала
активируются вот эти динамиты, которые находятся в воде. А потом, когда они уже сактивировались, тут активируется вот этот динамит. Ну, так как у динамита есть такое свойство, что когда он активируется, он становится прозрачным блоком, поэтому его можно как бы динамитом подкинуть, в общем. А у этого, у песка, немножко другое свойство. Но так как он сыпучий песок, сыпучий блок, и когда поднимает поршень его, и он не успевает его опустить, то есть он находится в это время в воздухе, и когда он находится в воздухе, получается, взрывается динамит, и он улетает. Ну, из меня, конечно, учитель плохой, но смотрим. Это сторона 3. Тут очень хорошо летит, по-моему. Ну, тоже, вот видите, почти так же. Давайте посмотрим вторую сторону. Если что, стороны определяются по букве F. Кто не знает. Ну, здесь то же самое, все тут все одинаковое. Вот, я сейчас гравием стрельну, чтобы показать, что разницы нету. Ну, вон туда упал. И давайте... И все, да? Да, и все. А, нет, и последний. И самый последний. То есть я сейчас стреляю во все стороны, чтобы показать, как примерно летит. Ну вот здесь, видите, ну сейчас я помешаю немножко на процессе. Но вот здесь, видите, я стрелял. О, сейчас тоже, кстати, упал. Просто разбился бок почему-то. Но прям друг на друга здесь. Ну, в общем, тут рандом. Я точно сказать не могу, что куда летит. Примерно от 50 блоков. Ну так, давайте теперь соберем эту пушку. Так, что нам для этого понадобится? Любой блок. Из чего будет строить? Редстоун, повторитель, кнопка, динамит само собой, вода и песок или гравий. Разницы вообще никакой. Давайте строим. А, еще самое главное я забыл. Нам нужен поршень. Так, строим такую конструкцию, да. 5 на 3, ну, после вот так, даже, наверное, 6 на 3. Здесь мы все заполняем динамитом. Здесь мы ставим кнопку, и от кнопки проводим редстоун ко всему этому динамиту. С другой стороны проводим редстоун к поршню. Ставим 7 репитеров. 1, 2, 3, 4. Здесь 1, 2, 3, 7. На самую последнюю задержку. Все соединяем. Как-то все смотрится. 7 репитеров на последней задержке поршня. Тут ставим гравий, пусть будет. Но можно и песок, разницы потом никакой. Вот под этим блоком вода, а то некоторые бывают закрывают его. Здесь поставим кнопку, ну и нажимаем и пробуем нашу пушку. Ну, в воду. Думаю, всем понятно, как она строится. Она, ну, все эти пушки не легкие. Ну вот и все. Всем пока. С вами был Микс. Подписывайтесь, ставьте лайки. И не забываем комментировать. Всем пока.